24 июля свой профессиональный праздник отмечают флористы. Профессия чрезвычайно важная и ответственная. Ведь именно от этих людей зачастую зависит, как пройдет то или иное торжество. Какое настроение будет у человека, получившего в подарок букет цветов. Как сложится первое свидание. Какими качествами должен обладать флорист и как не ошибиться с выбором своего специалиста, об этом в нашем следующем материале выпуска. Мои любимые цветы полевые. А у вас? Флокс. Все цветы любимые. Вообще, в принципе, очень люблю цветы. Это всегда прекрасно. Полевые или обычные, любые. Ромашка. Ромашка. Почему? А потому что их несложно найти, и мне их очень часто дарят. Пионы. Обычно я розы покупаю. Розы или ромашки, тюльпаны или лилии, гортензии или хризантемы. Любимые цветы у всех разные, как и поводы для их приобретения. Однако, какая бы ни была причина для покупки цветочных композиций, важно соблюсти определенные правила. К примеру, всегда лучше выбрать свежие цветы, которые дольше простоят у вас дома. Также важно соблюсти цветовую гамму и верно подобрать упаковку. Об этих и других нюансах покупателю в первую очередь должен рассказывать флорист. Кстати, а какой он идеальный флорист? Какими качествами он должен обладать? Ну, чтобы у флориста был вкус, конечно, это главное. Опрятность, аккуратность, чтобы было сочетание цветов не только в плане того, что там розы с хризантемами нет, а цветовое сочетание. Главное, чтобы специалист меня с полуслова понимал, что я хочу вообще как бы донести до него, чтобы помог мне с моими предпочтениями, чтобы услышал меня. Всеми этими качествами обладают флористы салона цветов «Нескучный сад». Для клиентов здесь огромный выбор цветов и цветочных композиций на любой вкус. От ромашек и пионов до более редких гортензий и кал. Определиться с выбором покупателям помогут опытнейшие флористы, которые в своей работе в первую очередь придерживаются индивидуального подхода. Для нас очень важно, кто получатель букета, мужчина это или женщина, какого возраста, какие у него предпочтения, цветовую гамму определенную. Это очень важно. Салон цветов «Нескучный сад» работает по адресу улицы Ивана Седых, дом 2. Часы работы с 8 до 21 часа в будние дни и с 10 до 21 выходные.